Смотрите сегодня в Вестнике Северодвинска. Дачный беспредел, минимальный размер участка для приватизации, новые границы, новые правила. Дачники СНТ «Север» провели общественные слушания на местах. С иконами, крестами и свечами по северодвинским улицам православные отметили великий праздник Пасху и прошлись крестным ходом. Народные гуляния в драмтеатре, ежегодное событие всех некоммерческих организаций города, прошло в формате ярмарки. Наш телеканал на первом месте по всем номинациям для тележурналистов. Прямиком из Скандинавии традиционную ходьбу финнов и норвежцев осваивают и северодвинцы. Во второй лиге чемпионата города по флорболу названы победители в матче за золото сыграли команды «Сатурн» и «Ремикс». Эти и другие темы подробнее сегодня на канале «Свой регион» в 19 часов.